Итак, начну заново. 26 апреля 2016 года. Аквалоу, 7 корпус. И, как я уже говорил ранее, в незаконченном видео. Это, наверное, лучший корпус не только Аквалоу, но и всего побережья Черного моря. Вот смотрите, какая прелесть у меня разворачивается прямо под окном. Сегодня яркое апрельское утро. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Это все участники чемпионата России. Они тут прогуливаются под окном. Это лебеди плавают, а это вот участники. Это еще, наверное, не участница, но скоро будет наверняка. Но надо сказать, что не холодно, совершенно не холодно. Температура, я думаю, градусов 18 минимум, ну, может быть, 16. Купающихся не видно, но задумывающихся об этом, наверное, немало. Конечно, побывав в Сочи и не искупаться, это вроде бы как нонсенс даже в апреле. Температура воды, я не знаю. Ну вот оно, наше Черное море. Вот там вот берег турецкий, который не виден. На горизонте пока тихо. Никакой эскадры нет. Доброе утро! Но вообще тут хороший, конечно, пункт для наблюдения. Я думаю, здесь можно увидеть немало знакомых лиц. Так, однако время уже без 12 минут. 9. И мне надо сходить быстренько позавтракать. И в зал.